Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Детол, и мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя-легенды. Ребята, всем привет, у нас Черепашки-ниндзя-легенды, введение, наше испытание, и сегодня мы играем за команды, которые вы нам пишете в комментариях. Да, ребята, сначала хотелось вам рассказать, что наш конкурс немножко провалился, потому что никто не смог найти эти цифры, я не знаю почему, мы сами даже пересмотрели все ролики, и, конечно же, мы их нашли, все эти цифры спрятаны. Да, ребята, вы можете в группе, есть пост со всеми роликами, сами пересмотреть, убедиться, все цифры есть, так что вы не очень внимательны, к сожалению. К сожалению. Да. Да, ну что же, я думаю, мы должны объявить о... альтернативе, которую да, мы вам предлагаем. Потому что призы-то у нас, ребята, остались, а конкурс-то да. не проведен. Короче, с сегодняшнего дня, что вы делаете? Вы пишете комментарий под этим видео. Любой комментарий, который вы захотите, можете приятные слова нам сказать, можете хорошее что-то написать, можете стихотворение, я не знаю, вот придумайте что-то. Да, и тот комментарий, который соберет больше всего лайков, то есть вы еще и сами решаете, кто станет победителем. И мы в эту субботу... число там будет? 25 число будет, 25 февраля. Мы объявим победителя в группе ВКонтакте с комментарием, который под этим видео наберет больше всего лайков. Можете уже писать комменты и просите друзей, там, своих знакомых. Да. Перейди на ролик и поставь лайк моему комменту, и мне будет хорошо. Да. Да, ребятки, ставьте лайки на комментариях, которые вам нравятся больше всего. И кто соберет больше лайков, тому... мы вручим самый главный приз, ребята. 50 колод. А второй лайк, который у нас соберет меньше лайков, который чуть-чуть поменьше комментарий, да. мы второе место. Ну и, короче, будет... Да, наверное, три места. То есть все призы, ребята, мы разыграем и подарим вам эпические колоды. Вот так все просто. Ничего искать не надо. Просто пишите комментарии, лайкайте. И выигрываете? Да, вы сами решаете, кто будет победителем. Ну что ж, давай приступим. И у нас, значит, испытание ведения. Соточку, конечно, мы выбираем. 78 уровня у нас противник. Первый состав. Да, первый составчик, ребята, от наших подписчиков. Кстати говоря, пишите составчики в комментариях. Может, кто-то залайкает состав. Да, кстати говоря, какой-нибудь крутой составчик. Всем понравится. Мы потом сыграем за этот составчик. Конечно, конечно. Вот так вот. Ну что ж, первый составчик от нашего подписчика. Леофильм. Леофильм, давайте посмотрим. Леофильм, да. Раф Видение. Да. Донни Мульт. Потрясающе, Донателло Мультик, да. Микки Рулевой. Ребята, на самом деле вы порой пишете. Да, ребята, вы нас слышите очень сильно. То ли Т9, то ли еще что-то. Ну, порой бывает. Да, такие вещи мы прям очень от души, честно, добро смеемся. Да, не в обиду вам. Да. Так, и последний. И Стиранка. Стиранка. С буквой А на конце. Иван Стиранка. Стиранка. Отлично, давайте в бой и посмотрим, как они справятся. Да, ребята, поехали. Это кто-то сегодня писал, да, криминальные черепашки. Да, криминальные черепашки, ребята, у нас появились. Мы прям удивились, посмотрели, вдруг обновление вышло. Что за криминальные черепашки? Ладно, поехали. Вантус бой. Кстати говоря, ребята, если вы хотите таких же героев, как и у нас, напишите нашему подписчику. Ссылка на него будет в описании к этому видео. Уточните у него условия, и он вам обязательно поможет. Да, ребятки. Ну что ж, продолжаем драться. У нас две крыски и грибочек. Да, кстати, ребята, если кто-то хочет стрима, поставьте лайк. Давайте наберем 1000 лайков, и в ближайшее время мы сделаем стрим. Конечно, ребятки. Сейчас мы стараемся выпускать как можно больше стримов. Чем больше вы нам ставите лайков, тем больше будет стримов. Да, ребята, по лайкам мы смотрим, насколько мы вам нравимся, действительно. Больше лайков, больше стримов. Вот такой вот. Давайте тенденцию такую. Девиз, ребята. Да. Ну что ж, поехали. Первую волну мы прошли. Как же все-таки Раф круто взлетает на своих огненных руках, да? Да, вот у него руки горят, и шикарно. Все горит. Так, ну что же, у нас вторая волна, и здесь, в принципе, наш лучник Майки вообще неплохо даже дамаг нанесся. Да, слушай, Майки на удивление круто выстрелил. И Рафи, Рафи-видение с одного удара. Нет, не справился. Нет, не справился, ребята. Хорошо, Стиранка, 4231, это было огненно. Так, еще наш лучник, кто-то, мне кажется, Донни атакует, да, вообще? Да, почему-то Донни у нас сачкует. Сачкует, действительно, не хочет он атаковать. Фокус нам понизили. Ладно, больше он не сможет этого сделать, просто мы его уничтожили. Еще раз атакуют Майки, а Донни так и не атаковал. Да, удивительно, кстати говоря.
Итак, Раф 1545. Вот! О, Донни, наконец-то набрал шкалу фокуса. И стиранка добьет. Да, ух, добивает молодец. Не так сильно, 2155, но в принципе нормально. Третья волна. О, и да, здесь ребятки. Будет тигри, тигра, да, у нас Ксевер. Ксевер. Хотел сказать, тигриный король, короче. Бакстер, Стокман, Флай, Острозуб и Бибоп. Так, давайте-ка. Такая вот, ребята, у нас команда. Злодей, да. Давайте массовую атаку, мешочки. Нормально, неплохо. Неплохо, неплохо, майки неплохо. Бакстер, Стокман. Слабенько, кстати говоря, защита прям очень хорошо влияет, да? Да, согласен. Есть защита, есть проще жить. Хорошо, Бибоп, танцы делает, уклонение. Ну, короче, зря он это все сделал, потому что торнадо. Торнадо, ребята, вот это массовая атака. Мне кажется, она самая лучшая, ребята. Напишите в комментариях, самая лучшая она или нет. Получите 500 лайков и победите в конкурсе. Да, мне интересно, представляешь? Ребята, давайте попробуем так, чтобы комментарий набрал больше лайков, чем этот видос. Это будет очень удивительно. Удивительно, да. Ну что же, Бибопа нужно добивать. Раз, два, 1791. Нет, мне не удалось. Что он делает? Ничего. Ничего, ребята, выстрелил в никуда у нас. Мимо Бибоп. И помощь Рафа тоже опять не помогает. Опять мимо, уклонение, ребята, как хорошо, сильно. О, и все. И не все, помогло. И победа. Да, победа, ребятки. Ну что ж, вот такой вот составчик был. Следующий составчик у нас все криминальные черепашки и Сплинтер. К сожалению, таких нету. Да, но, наверное, подписчиками на виду оригинальные. Да, но я думаю, что, наверное, возьмем оригинальных. Да. Вместо криминальных возьмем оригинальных из Сплинтера. Все-таки, ребята, этот комментарий, ну, мы уделили ему много времени. Да, ребята, криминальные. Криминальные черепашки у нас сейчас в бой идут, ребята. Ну, в принципе, да, они такие криминальные, знаешь. Ну да, смотри, у них такая ухмылочка, да, злодейская. Да, похоже на криминальных. И Сплинтер, да, с ними глава, значит, босс у них. Глава банды. Шеф, так, поехали. Первая волна, кто у нас здесь? Грибы. О, грибы-хиллеры. Нет, один. Один синий слева. Да, 100% синий. Вот фиолетовый, есть подозрение, что он может? Не, фиолетовый не может, 100%. Вот этот хиллер, давай всю мощь на него прям. Да он, подожди, он подлечит уже команду. Захилил. Он уже захилил. И массовую атаку, да, сейчас ему достанет. Ух ты, защиту повысил. Понятно. Неплохие грибы, кстати говоря. Грибы смотри, вообще вроде огонь. Смешные, но дамага и проблем нам наделали уже. Но хотя бы одного мы уже точно вынесли, даже не хиллера. Удивительно. Хотели хиллера, но почему мы выносим не хиллера? Ну потому что он уже использовал хилы, и мы можем спокойно бить других. И он останется один. Это прям правильное объяснение ситуации. 3500 и... даже не лечится, потому что кулдаун на способность. Конечно. И майки 1500 и победа. Да, ребята, вот такая вот тактика. Пошли от обратного. Так, вторая волна, Рокзар и вот эти вот, я не знаю, кто это такие. Это кланфутовцы какие-то, мутанты. Ну да, какие-то особенные они. С палками торчащими. С палками из спины, и из может, головы. Это, кстати, какие-нибудь крылья без перьев. Я не знаю, что это такое. Ребята, что напишите в комментарии, что это такое у них торчит из спины. Возможно, ваш комментарий наберет больше всего лайков, и вы выиграете 50 эпических колод. Да, ребята, все может быть, все может случиться, и мы будем очень рады за вас. Потому что колоды ждут. Да, ребята, приз остался неиспользованным. Так, ну что ж, 1878 и Рокзарчика 1155 нужно будет добить. Донателло 240, хорошо. Вот так вот, остался один, добиваем его и в следующую волну, ребята. 1136. Погнали. Вот так вот криминальные черепашки у нас дерутся. Так, у нас здесь Бакстер, Стокман, короче, неплохо. Давайте, серьезная команда. Вот такими вот знаками их хорошенько так задамажим. Опа! Опа, неплохо, очень неплохо. И бомбочки, конечно же, нарисуем. Еще сейчас одна массовая атака точно сейчас кто-нибудь сляжет. Слушай, нет представляешь? Слабо, конечно. А, вот он, прилетает фишка. Смотри, атаку, вот защиту, ну все, все по красоте. Ребята, мы приехали. Нет, ну не совсем приехали, конечно. Вот Бибоп, например, приехал. Мы добили. Смотри, но уже дамаг такой к нам прилетает, конечно, серьезный. Конечно, сейчас потеряем 100% кого-нибудь. Думаешь, у нас есть шансы не победить? Вон Рафа с контратакой, например. Я не знаю, Сплинтер сейчас... Нет, слушай, не добил. Если сейчас Бакстер, Стокман использует массовую атаку... Но он не использует. Вот как Рафа потеряет. Рафа добил все-таки, да. Как-то не очень... Говоря, использовать массовую атаку и победить нас. 1559 и разгон Леонардо. Удар! Бам!
2400. Ребята, шикарный бой, шикарная команда. Криминальные черепашки победили у нас сегодня. Да, криминальные. Мама, криминал, криминал. Так. Да, ребятки. Ну что ж, вот такой вот у нас сегодня выпуск. Ребята, не забывайте про конкурс. Участвуйте, пишите комментарии, лайкайте комментарии своих друзей, если вам не нужны эпические колоды, например. Да и если вам нужны, ну почему, может кто-то поделится? Как-то. Да, вдруг поделится, да, ребята. Скажет, если кто-то я один, для тебя. Да, если кто-то один выиграет 50 и подумает, что 50 для него много. И он захочет поделиться с другом, мы всегда рады, да, будем. Мы договоримся с нашим подписчиком, он все сделает. Да. Да, ребятки, пишите комментарии, участвуйте в конкурсе. Обязательно поставьте лайк. Этому видосику тоже надо поставить и лайк. И подпишитесь на канал и на второй канал Detolfi Osplay. Конечно. И до новых встреч в новых видео, ребята. Все, пока, ребятки. Пока.